Мы продолжаем серию тренировок «Как научиться высоко и качественно прыгать». Перед тем, как приступить к тренировке с прыжками, обязательно необходимо размять голеностоп, стопы и сухожилия. Предлагаем вспомнить нашу разминку голеностопа. Первое упражнение – вытягивание стоп на себя и от себя. Начинаем с голеностопа. Пелагея, становись. Вытягиваем голеностоп, а теперь тяни носочки. Теперь носочки на себя и поднимаем голеностоп. Еще раз. Сначала голеностоп, теперь носочки. Носочки на себя, голеностоп. И так мы работаем до 20 повторений. Второе. Круговые движения стопами. Опять-таки голеностоп, носки вытягиваем, носочками рисуем полукруг. И теперь на себя носки. И работаем таким образом до 20 повторений. В обратную сторону точно так же. Мы сочетаем работу голеностопа и вытянутых носочек. Либо на себя, либо от себя. Теперь сидим на коленях. Повернись нам, пожалуйста, боком. Ножки вместе, пяточки вместе, ровно садимся, спина ровная. Сгибание плюс на фаланговых суставах. Все надо прям хорошо почувствовать. Перекатывание корабликом. Здесь к нам надо сесть боком, как ты сидела. На диагональ. Садись на диагональ. На диагональ. Угу. Давай. Обратите внимание, делается на весу. Стопы прижаты друг к другу. И теперь с зажимом, да. Держим, удерживаем стопы. Удерживаем стопы. И поднимаем ножку. Ножку на ножку укладываем. Стопу на стопу укладываем. Вот так правильно сказать. Шестое упражнение – волнообразное движение стоп. Четче. Четче. Вот здесь мы работаем больше пальчиками, но тем не менее стараемся задействовать еще и голеностоп, Пелагея. То есть, да, ярче движение. И седьмое упражнение – подъемы и спуски на пальцах. Все упражнения мы делаем до 20 повторений. Села. Вот здесь надо выбрать для себя, насколько низко вы будете садиться. Будь добра, встань ко мне боком. Боком ко мне. Спасибо еще раз. Колени вперед, спина ровная. Надо удержаться и выбрать, как низко вы сядете, потому что потом должен быть вот этот рычаг. Вы четко должны опуститься и прижать полностью стопу, да, стопу полностью поставить на пол. Спасибо. Из комплекса «Осиная талия» берем упражнение по закачке нижнего пресса. Это где мы работали для кора, внутренней поверхности нашего пресса. Я всегда говорю, что глубинная мышца прокачивается очень редко, только специальным упражнением. Вот достаточно эффективное упражнение, но надо делать резко. И чуть подальше от себя, Пелагея. Вот, чуть подальше. Вот, четче, резко. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спасибо. Теперь добавляем упражнение из серии «Как удерживать баланс». Эту серию мы еще не публиковали, она у нас в работе. Из нее мы дадим сегодня выдержки. Итак, по шестой позиции, пассе, колено поднимаем на 90 градусов, держим 5-10 счетов на одной, второй ноге. В пассе стопа натянута, не опирается на опорную ногу, ягодицы и низ живота подтянуты вверх. Мы стараемся тянуться макушку. Пелагея, спасибо. Теперь еще раз развернись на меня. То же самое, пожалуйста, повтори. А я продолжаю. Требование. Спина прямая. Колено смотрит строго в сторону. Ягодицы и нижний пресс зажаты. Все в таком подтягивается к пупку. Обратите внимание.
Колено опорной ноги выключены. Что это значит? Надо подтянуть мышцы над коленом, я сейчас говорю о опорной ноге. Соответственно, происходит зажатие ягодиц. Спасибо. Теперь продолжаем это движение, переводим ногу в тербюшон. И подняли пассе. Переводим ногу в тербюшон. Обратите внимание, выводим колено в сторону. И также с открытым коленом открываем ногу. Переводим. Переводим, удерживаемся. И назад. Так, будь добра. Стой. Остановись. Остановись. Встань, пожалуйста, чуть больше на диагональ. Чуть на диагональ. Смотри, чтобы тебе сзади не помешал стол. Да, чуть вперед. Еще раз. Вывели в пассе в сторону и открываем тербюшон, переводим в сторону, стараемся удерживать, чуть круглее руки, руки чуть круглее, назад в арабеск, не опускаем ногу, удерживаем поясницу и открываем бедро, бедро открываем, открываем бедро, удерживаемся. Спасибо, остановилась. Еще, пожалуйста, раз на другой ноге. Поднимаем в пассе 90 градусов. Выводим тербюшон, колено в сторону. Вытягиваем. Переводим в сторону. Стараемся не опускать ногу в арабеск. Нам пригодится потом для выездов. И открываем бедро и аттитюд. Спасибо большое. Угу. Переходим к следующей части тренировки. Ролеве сате шажман. С помощником. Пожалуйста, к помощнику. Ролеве на среднем подъеме, чтобы лучше почувствовать баланс. И чуть ускоряем темп. Первая, вторая позиция. Первая. И через подъем. Вторая. Сели. Пожалуйста, четко вторую позицию. Не дооткрываешь. Вторая. Выросли. Первая. Выросли. Резко вырастаем наверх. Вот когда мы в ролеве поднимаемся, мы должны резко вырасти наверх. А теперь мягко садимся и мягко вырастаем. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Так, вспоминаем, как поднимается у помощника в пассе. Нога в пассе, пожалуйста. Добавляем пассе. Без ролеве. Сначала без ролеве покажи. И вот пассе. Опустила в первую позицию. А теперь с ролеве. А теперь добавила с ролеве. И вырастаем. Первая позиция. Встали и на вторую ногу вместе и вырастаем. И теперь то же самое у нас было с тобой. Добавляем так по первой и пятой позиции. Угу. Вырастаем. И вырастаем. Ну, помощник у нас стол, поэтому не совсем удобно. Ну, раз неудобно, выходи на середину. Как раз хорошо будет. Итак, первый блок мы будем делать через встаем. Угу. Пошли. Ролеве. По первой удерживаемся и сидим мягко. Встали. Сели, встали. Открываем пяточки. И, а теперь... Вырастаем без, да, ролеве, потому что тяжеловато нам пока. У кого хорошо получается, можно делать с ролеве уже сейчас. Ну вот, нам надо еще искать баланс. И пятую встали. Везде закрывай, через встали не забывай. И поднимаемся, вырастаем. Выключаем коленочку и встали. Теперь второй вариант будешь делать, Пелагея. Все то же самое, только демиплие будем углублять.
не торопясь, спокойно, в ролеве, в демиплие мы садимся, выдыхаем, все, что наверх, у нас идет вдох, мы тянемся. Пожалуйста, не забудьте, демиплие отжимаем, пятки не отрываем, спина прямая, копчиком тянемся вниз. Когда вырастаем, делаем это резко, используем весь рычаг. Стопы, голеностопа, колено. Подтягиваем ягодичные мышцы и нижний пресс наверх. И раз, и два, и три. Хорошо. Ну что, добавляем сюда прыжки. Значит, сатэ мы добавляем по... с пятой вторая позиция, вторая, и закрываем пятой, да? Правильно? Да, прошу. Раз, и два, и добавляем, да, и добавляем, да, да, и добавляем сюда. Теперь все вместе с шажманом, да, шажман ты уже показала. Еще раз покажи, пожалуйста, шажман. Раз, два, встали. Хорошо. Теперь соединяем весь блок. Еще разок, давай сначала. И раз, удерживаемся. Раз, и два. Открываем коленочки. И три. Выключай коленочку. И удерживаемся. Здесь как раз баланс ловим. И поднимаем. Пятую. И с пятой держись. Здесь надо удержаться полностью на стопе. А ножку-то поближе. И пошли прыжочки. Вторая. Низом. Только низом работаем. Пятая. И шажман. Закрыли. И шажман. Спасибо большое.